Секретарь Одинцовского отделения «Единой России», глава муниципалитета Андрей Иванов провел встречу со старостами Кубинки и Чистцов. Главной темой обсуждения стала социальная газификация. Участники дискуссии смогли задать все интересующие вопросы о ходе реализации программы, о работе только что открывшегося офиса, обсудить ряд актуальных проблем. В обсуждении также приняли участие представители Мособлгаза и сферы ЖКХ.